Пожалуйста, Майя Воронова, выходите. И Сергей Алексеев, приготовьтесь, хорошо? Давай. Здравствуйте. Ритмы забвения постучались в твой дом. Миг разотмением погас граммофон. Ты выключил звук и к себе пригласил того, кто в парадной мертвый ходил. Белым шумом влетела, разворотив по пути города. Прямо у ног оцепенела и по лестнице в облака. А для милых людей слышны лишь твои в холодной парадной ночные шаги. Тише, тише, никто не услышит, как ты погнался за съехавшей крыши. Он начал читать стихи про тебя в самом центре черного неба. Ты наблюдал, как темнеет тона обычного белого бреда. Ковролазанье стенное, пенное, попробуй, какое оно дерзновенное. Сберись по ковру в потолок, ковролок. Прячется там материнский поток. Периферичное тело, как стены ангары. Дух беспременный, за горло зажало. Сберись по ковру, слазись вверх. Космос все знает о тебе, человек. Спасибо. Майя Воронова. Вот я смотрю, Лариса уже улыбается, так больше. Что скажете, а? Майя Воронова. Володя, что такое материнский поток? Что такое материнский поток? Материнский поток – это тот поток, который нас всех породил. Тот же самый поток. Вселенная, вселенная, поток, Млечный путь. Ну, что говорит, что образы? Хорошо, кому не понравилось, Майя, быстро поднимите руку. Майя? Да. Майя понравилось, но стихи... Ну, я имел в виду стихи, ну уж понятно же, о чем речь. Майя... Тибул, а что именно не понравилось, Паша? Творение слишком вольное обращение. Нельзя определять. Нельзя определять. Вы знаете, ясно, Паша, все ясно. Дорогие друзья, вот на самом деле вот в театр поэтов послушайте, и вот сюда приходить, допустим, просто слушать поэтов и искать, где поэт, почти бессмысленно. На самом деле человек своим выступлением, со своими, это же слова к сценарию своего выступления, да, в каком смысле? И человек какую-то энергию что-то дает. Другое дело, что если перебарщивает вот некая банальность, тогда да. А если вот это как-то органично, то можно и забыть о том, что текст, допустим, где-то слаб. А песни, если человек будет читать песни, слова песни, то тоже будет выглядеть поэтически слабо, правильно? Ларис, поэтически слабо может выглядеть, если просто прочитать слова песни. Но когда ее поешь, это интересно. Вот здесь вот Майя, я считаю, пела сегодня, вот сейчас, вот, когда она это все делала. У тебя еще есть что-то заготовленное? Майя, просите еще что-нибудь. Еще что-нибудь. Вот Лариса Лусту просит. Могу вам, Лариса, специально прочитать очень красивое стихотворение, посвященное мерцающему дыму? Микрофон. Микрофон, все равно. Микрофон, только не держи его за черное. За черное. За черное? Да. Спасибо. Либо могу первое стихотворение прочитать, написано. Лестница в небо оборвалась, крученным железным винтом. Она не удержалась, сломая ржавые слезы, взмахнув бумажным крылом. Они собрались посмотреть, оценить, богохульно вздыхая. Бумажная птичка порвалась, она растеклась на потом. Погладь по бумажным мозгам топором, рисую на жирафе пятно, доцелуй в гниющую рану, выдыхаясь по горлу в своей правоте, изрыгая на фоне чужого флага, изрыгая на фоне российского флота. И в конце декабря спроси меня, кто ты? Где сейчас мы, декабрь, 7 шагов до оголенной свободы? Не дойти, запутаться в проводах и унижаться у всех на глазах? Нет, лучше идти на руках, даже если их нет, но не стоять на коленях, как все мы в обед. А наше деревце засохло, яблочек больше не будет. Ехидная плесень жует, она, как и вы, убивает, существует, гниет. Найду свой декабрь, найду гололед. И, может, под вами тронется льет. А детская кукла лежала в луже, молодому надзирателю стала ненужной. Острые зубы, клочья резины, доволен пес. Теперь у куклы нет глаз для слез, да что там глаза, лица даже нет. Она мечтала о рожках, чтобы как раньше, по дорожках. Без стыда и стыда не выйдешь, искры ловить не поймать. На этом листе целое пламя, прочитать его здесь, оценить, не понять. 7 шагов до декабря, вспыхнул огонек, сгорела птичка. Такая вот бумажная судьба.
И не забудь спросить в начале декабря, спросить меня, кто я. Ничего себе красивое, маленькое красивое стихотворение. Ну, спасибо, Майя Воронова. Не будем обсуждать, но вот этот стих, он исполнен очень ярко, я ничего не могу сказать. По-моему, Майя просто очаровательна. Майя очаровательна, да. Не знаю, мне кажется, что это действительно удивительно светлый, и какой-то свет и чистота идет от человека, его слово тоже. Нет. Свет и чистота от Майи. Да, не согласен. Вне зависимости от того, как он, вот, понятно, что там образы разные, мысли разные, протесты, что все это есть, но во всем этом... Душа чувствуется, да, правда? Да. Это мне кажется, то, что в наши дни, кстати, очень звучит. Какая-то оригинальность есть своя, да. Кстати, подход. Может, где-то тоже немножко... Ну ладно. Если кто-то против чего-то, вот выходите сюда и говорите. Я не буду теперь провоцировать специально.